В 2017 году в ЗКО будет построено 5 новых школ. Об этом рассказал аким области Алтай Кульгинов на торжественной закладке фундамента школ в поселке Деркул в микрорайоне Сарытау. Вот 2 уже заложено, 2 еще в следующем году, тоже в городе Уральске. Вы знаете, 4-я школа аварийная, она уже год пустует. Вместо нее в следующем году мы начнем новую школу. Уже деньги выделяются на следующий год. А также 1 школа в районе. 5 школ. Теперь в этом году уже построено 3 детских сада. Из них 3 тоже в районе. Это один детский сад в Чингерлавском районе, 2 детских сада в Дубинском районе, 3 школы. Также это 1 школа в Зеленовском районе и в Бурлинском районе. Всего за годы независимости страны в области построено 5 школ, 17 детских садов и 24 детских сада с привлечением частных инвестиций.